разогнать машину до желаемой скорости, достаточно нажать на педаль газа и переключить рычаг на коробке передач. У компьютера таких приспособлений нет, но разогнать его тоже возможно. Желая увидеть на своем не очень современном компьютере очень современную графическую игру, вы должны четко осознавать риски оверклокинга. Оверклокинг – повышение быстродействия компонентов компьютера за счет эксплуатации их в форсированных нештатных режимах работы. Увлекшись разгоном, вы рискуете спалить компьютер и привести его в полностью негодное состояние. Что же делать? Нужно быть аккуратным. Итак, у нас есть с вами ноутбук, у нас есть флешка. Мы постараемся запустить с нее программу для разгонки процессора. На самом деле мы будем разгонять не его, а частоту на материнской плате. Для этого нам нужно узнать, какая у нас материнская плата и какая видеокарта. Для этих целей я посоветую вам программу, которая называется SIF. Она сразу выдает перечень всего того, что у вас есть на компьютере и в каком качестве. Вот, например, здесь вы видите нашу видеокарту. Вы копируете ее название, а потом вставляете в поисковик и уже начинаете искать твикер. Если ваша видеокарта NVIDIA, то вам идеально подойдет программа RevoTuner. После обнаружения Forceway нажимаете «Настроить», «Системные настройки», ставите галочку «Включите разгон на уровне драйвера» и начинаете передвигать ползунок. Будьте внимательны, делать это надо аккуратно. Для разгона процессора советую воспользоваться спидфаном. Главная задача этой утилиты – температурный контроль. Разгоняя компьютер, следите за тем, чтобы он не сгорел. Для разгона же зайдите в клок, укажите свою материнскую плату и добавляйте понемногу частоту. Увлекаться разгоном, конечно, не стоит. Это чревато, будем говорить откровенно. Тем не менее, сделать легкий тюнинг своего компьютера без последствий возможно. Через секунду я расскажу о том, как удалить ненужные драйверы и убрать битый пиксель. Итак, перед вами классический пример битого пикселя. Цвет красный, характер раздражающий. Для удаления заходим на jscreenfix.com и запускаем окно с мерцающими пикселями прямо на точку. Разработчики рекомендуют держать окно минут 20, ну или часов 10. Гораздо быстрее дела обстоят с программой Driver Sweeper. Отмечаете ненужные драйверы, жмете «Анализ» и удаляете. После всех этих манипуляций ваш компьютер, безусловно, будет работать быстрее, но не факт, что долго. Помните, разгон довольно опасная история, и главным образом на нее решаются фанаты. Будьте в курсе и чаще смотрите SLTV.